привет, проверка пескости, все, всем привет, всем доброе утро. Мы сейчас находимся на чудесном острове Татышево. Погода великолепная, температура, неважно минус сколько, главное тепло. Солнце, небо, в общем, все прекрасно. Все мы знаем про такую вещь, как авторское право. Но у каждого автора есть еще одно право. И это право на уничтожение своего творчества. А что у нас является символом полного уничтожения? Так это огонь. К чему это я, спросите вы? А вот к чему. Раскрою одну маленькую тайну. Я творческий эмоциональный человек. И чтобы хоть как-то держать свои чувства, мысли под контролем, я излагал их на бумаге. В общем, пытался писать рассказы, романы, повести, миниатюры, всякую ерунду. В общем, издевался над прозой, как только мог. Но ситуация поменялась, и сегодня один очень знаменательный день. Сегодня воскресенье, 13 октября 2013 года. Я собираюсь наконец-то уничтожить одно свое самое неудачное, самое провальное и самое эмоциональное произведение. Вот оно. Это печальный романтический рассказ про одного студента, его учебную жизнь, эмоциональные переживания, чувства, страхи, эмоции и все, что ощущает обычный, не совсем взрослый человек. Вот он. Старые черновики и оригинал. Из него я вырезал по-настоящему ценные моменты, оставив лишь только воду, грусть, страхи, переживания, минор и весь прочий негатив. Сейчас я собираюсь все это уничтожить. Вы спрашиваете, зачем я это делаю? А вот зачем. Главного героя я вкладывал в себя. С тех пор я сильно изменился. Здесь уже не я. Главному герою из этого рассказа нужно умереть, а мне жить дальше. Итак, пусть все горит огнем. Только ненависти нет конца, нет начала, ей нет начала. Все горит огнем.